Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, доброе утро. Я не знаю, где вы находитесь. Я нахожусь в Америке. У нас сейчас вечер. И поэтому я вам буду рассказывать об американской теме. 23 октября 1934 года родился Арье Каплан. Арье Каплан стал авторитетом в мире мистики. Он открыл ворота в мистический мир для еврейства Америки и не только. Потому что, например, он перевел 20 томов Миам Лоэс Ладина, которому он сам обучился. И это 20 томов расписаны Яковом Кули по главам Торы. И эти 20 томов стали 30, и сейчас они переведены на иврит. То есть человек был далеко не заурядный. За время своей жизни он написал 60 книг, причем за последние года, за последние 15-20 лет. Он умер в 48 лет. И он на устах каждого человека, который занимается или читает что-то о кабале, медитации, мистических вещах в иудаизме в данный момент. Почему он это сделал? Потому что он чувствовал, что в тот момент была нужда показать людям, что мистические глубокие вещи, связанные с внутренним миром, созданием Вселенной, с понятием Бога, есть в иудаизме, во всех направлениях иудаизма, во всех книгах иудаизма. Он видел, что влияние, пагубное влияние Востока, наложило печать на молодое поколение. И они уходили в искусство и знания Востока. Я должен вам сразу сказать, что я под влиянием Востока сам. Я занимаюсь тайчи около 20 лет. Я занимаюсь медитацией около 20 лет. У меня есть китайское имя. У меня есть тайтл, звание мастера в тайчи китайское. И не трогайте моих китайцев. Но первый урок, который я вам дам, и первый урок, который мне дал мой учитель, когда он рассказывал о том, что он получал священное звание в буддийской даосской академии, его роши сказал, что если цветок создан цветком, он должен быть в этой жизни цветком. Мой учитель встал и сказал: я создан евреем, я должен быть евреем. Значит, я должен приносить знания о Боге, Вселенной и свете своим людям. Возвращаясь к Арье Каплану, это тоже было самое с Арье Капланом. Он родился нерелигиозным человеком. Он чувствовал зов сверху. Он чувствовал открытие души. И он пошел по пути религиозным, по пути еврейства. И в результате ему дали столько знаний сверху, как ни одному человеку в нашей эпохе. Поэтому я бы хотел сделать небольшие серии, посвященные его памяти. Просто рассказать вам, дорогие друзья, товарищи, братья, господа, что, по-моему, есть медитация, как она представлена в еврейском мире и в других мирах, как она может помочь и понять мир нам, и как мы должны к ней относиться. Это все будет сказано для меня, потому что я вас ничего не могу научить, ничего вам не могу рассказать, если я не принимаю это сам. В
Все, что я буду говорить для меня. И я постараюсь, опять же, отдать честь человеку, который написал множество пособий по медитации, по вере, по открытию сердца и души Рабой Каплана. Поэтому, если вам это интересно, присоединяйтесь. Я все равно это буду делать. Так что рад вас с вами познакомиться. Рад вам сказать hello, how are you? And keep in touch. В следующий раз, если хотите, посмотрите. Спасибо большое. Через 2 недели встретимся.